Материнская любовь, невеста, а потом жена, а вскоре мама стала молодая, и так за годом год и голова, почти совсем уже седая. Промчались дни и множество ночей, нередко ты под утро засыпала, а днем хватает делу матерей, но ты с любовью это принимала. Старалась многое в семье успеть, и всем ты время уделяла, самой же было некогда болеть, и на ногах болезнь превозмогала. Судьба нелегкая, прошли года, ты много в жизни повидала, и вот однажды стала ты вдова, родного мужа потеряла, опоры вдруг не стало у тебя, и некому подставить плечи. Надеялась, что все же не одна, сыночек здесь живет неподалече. Другие выросли, и кто куда. У всех своя семья, заботы, дети, прилежные и дочери, и сыновья. Да вот пословица такая есть на свете, в семье не без урода говорят. Все вроде бы на месте, одном, в одном лишь только виноват, неверным был своей невесте, и не сложилась у него судьба, друзья, компания, его семьёю стали. И вот однажды мать сидела у окна, о сыне думала в своей печали. Вдруг слышит голос: «Да, это его! Открой! Не то убью!» И следом столько брани. Открыла двери, только и всего. И сын вошел ее весь в грязи. «Мне денег надо, слышишь, дай!» «Да где ж их взять? Я все тебе отдала. Мне негде больше их, сыночек, взять. Ты знаешь, пенсия невелика. Из-за тебя долгов я нахватала». Сын в ярости схватил топор, и двух кистей у материнских рук не стало. Потом бежал из дома, будто вор, а мать в агонии шептала: «Сыночек, милый мой родной, да разве ж думала, да разве ж знала, что дело кончится бедой?» И вдруг сознание потеряла. Пришла в себя, когда в палате уж лежала, и думает: «А где же я? И как же я сюда попала?» Хотела встать, чуть голову свою подняла, тут закружилась голова опять, и потихоньку вспоминать все стало. И первый в голове вопрос себе невольно задавала: «Мне нужно знать, где мой сынок? Что с ним?» И тут сознание потеряла. Все операции остались позади. Хирурги дело свое знали. Отца Небесного благодарите вы, что вовремя сюда попали. Денек-другой, и можно уходить. Все хорошо, как будто бы зажило. Я о сыночке вас хочу спросить. И голову невольно опустила. А сына посадили. Хотел бежать, но все ж его поймали. Забудьте вы, мамаша, про него. Мы отродясь такого не слыхали. Не убежал. Поймали. Дали срок. И в голове, как молотом стучало, лишь вымолвила: «Можно адресок?» При этом вся затрепетала. Меня вы просто удивили, не ожидал такого я.
Но если так уж вы решили, я позвоню, мой сын судья. Он позвонил, узнал ей адрес. Совсем не близко, очень далеко, попал туда, где рубка леса, Сибирь, тайга, добраться нелегко. Старушка низко поклонилась, как будто вся вина на ней, за сына тихо извинилась и на вокзал пошла скорей. Ее я в поезде заметил, на ней свой взгляд остановил, а рук ее я не приметил, лишь на лицо внимание обратил. Она, уставшая, дремала, платок ее на плечи пал, и хоть она не молодая, я в ней красавицу признал. Она проснулась и поспешно платочек стала поправлять, а я сочувственно и нежно невольно стал ей помогать. Потом мы с ней разговорились. Я ничего не мог сказать, лишь слезы из очей катились. Что значит это слово «мать»? Аминь. Аминь.